во-первых, потому что роллеры – это более удобный телевизионный формат, его интересно смотреть по телевизору. Он наиболее приближен к зимнему, то есть отличие только в том, что как бы скользят они не по снегу, а по асфальту. Ну, и там еще ряд небольших совершенно отклонений. А так все передвижение с винтовкой, собственно, сохранено. Кроссовый биатлон этого лишен. Вот. Так что все достаточно... Ну и потом надо понимать, что очень большой объем тренировочных нагрузок тоже выполняется именно на роллерах. Ну, хотя у этого варианта есть немало критиков, особенно из ряда ветеранов, которые считают, что это такого рода имитация не есть лыжный ход, а что-то совершенно третье. Ну, с другой стороны, все абсолютно ведущие биатлонисты и сборные эту методику используют, а раз так, то, соответственно, в этой методике и соревнуются, почему бы нет.